Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Сьогодні грають Аліна. Балерина – майстер сцени Дніпропетровського академічного театру опери та балету. У її творчому доробку – сольні партії балетів «Лебедине озеро», «Білосніжка», «Лускунчик» та інші. Балет – это очень сложная профессия, и должен быть внутренний стержень. На сцене только удовольствие. Это физически очень сложно, но ты получаешь большую энергию от зрителя обратную. Станислав. Бі-бой – тренер з брейк-дансу. Займається танцями 11 років, призер чисельних змагань з брейкінгу. Классика или балеты или все остальные стили, ты должен стоять именно так, никак по-другому, пальцы по-другому никак не поставишь. Здесь ограничений нет. То есть это меня и подкупило, то что я как хочу, так и делаю. Станіслав є тренером з брейкдансу, і тепер вже його учні посідають призові місця на змаганнях. Вони дають тобі фідбек, результат. Это самое крутое. Ну, их улыбки, вот это все остальное, это, конечно, тоже круто. Час відчути контрастність. Начнешь? Да. Первый вопрос. Що робить балерина, аби втримати рівновагу під час швидких обертів? Варіанти ответів. Хитає головою ритм музики, зосереджується на одній точці, приймає вітамін С і швидко моргає. Второй варіант. На точці. Правильно. Да? Да. Отлично. Хорошее начало. У меня первый вопрос. Бі-бой. Бі-бой – це юнак, який тільки розпочинає вчитись брейкінгу, б – псевдонім відомого танцюриста, в – бренд спортивного одягу і г – хлопець, який танцює брейкданс. Последний варіант. Ну, да, конечно. Все очень просто оказалось. Йдемо далі. Тепер про чоловіків у балеті. Як правильно звучить їх професія? Артист, балерун, гарцівник і танцюрист. Ого. Часто люди ошибаються тут, на це. З подвохом. Чому-то я думаю, що іменно гарцівник. Часто говорять балерун, ну правильно говорити танцор. Второй вопрос. Оберіть правильні факти. А. Займатися брейкдансом можна лише з 7 років. Б. Брейкданс став олімпійським видом спорту. В. Батли між бі-боями – це повна імпровізація. І останній – брейкданс – це вуличний танець. Останній. На самом деле, второй. Второй? Да. Брейкданс участвует в олимпийском виде спорта. Вот. И на самом деле, то, что это уличный танец, это миф. То есть, может быть, когда-то давно было это, но сейчас мы уже на хорошем уровне. Следующий вопрос. Что означает слово балет? Пристрасть, вытонченность, танец и белый лебедь. Что означает балет? Танец. Правильно. Третій вопрос. Найголовніша нагорода для бі-боя – це перше – місце у журі міжнародних конкурсів, друге – кришталева бейсболка, може бути такою, третє – перемога на змаганні Red Bull BC One і четверте – титул червоного майстра. Думаю, В.
Правильно. Правильно? Это было бы всего. Ты наверное, все смотрела, подготовилась. И включаю пока логику. Расскажите, что это за конкурс и почему самая большая награда? Еще очень давно зафиксировала себя как самое главное событие года у бибоев. Вот. И именно Red Bull BC One, это событие, фестиваль такой огромнейший, он показывает самого крутого бібоя. Балерина і бібой – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Раніше, аби продемонструвати своє обурення від правильної вистави, глядачі кидали на сцену віники, банани, зім'яті квіти – або капелюха. Капелюха. Веники. Веники? Куда веники? Да. Я не застала те времена, чтобы у меня кидали веники, слава богу. Четвертый. Слово джем означает А. Круг танцюристов. Б. Стрибок. В. Невдало виконаний рух. Г. Гучну музыку. Второе. Стрибок. Так. Нет. Нет? Джем – это круг танцоров. Да? Да, не именно. Знала у нас по-другому. Джем. Джем для меня это джем, варенье. Варенье. Ну, еще идем дальше. Оберіть правильний факт. Балеринам не можна виходити на сцену у прикрасах. Пенсійний вік балерини 40 років. Під час тренувань балерини счісують пальці до крові і жодні пуанти від цього не можуть застрахувати. Або балеринам заборонено народжувати дітей. Угу. Що з цього є правдою. Правдою, да? Но да. Я знаю, что они счесывают очень сильно ноги, вот, и что не помогает на самом-то деле. Ну, нет, правильный ответ все-таки не можно выходить у прикрасах. Угу. Мы завжди снимаем все сережки. Пятый вопрос. Не секрет, что бібої завжди танцуют у шапці. Це необходимо для А. Захисту волосся та шкіри голови. Такі умови змагань у танцорів. Це стильно та надає додаткових балів для перемоги. І останнє, або ж, щоб зменшити ковзання. Защита должна бути перший. Да, правильно. Захист волосся та шкіри голови. Когда мы... Но все-таки скользить, потому что нужно же, если много, делать обороты. Наоборот, типа шапку одевают, еще такую специальную поверхность нашивают, чтобы увеличить скорость. Следующий вопрос. Раніше балетні туфлі слугували балерині недовго. Загалом вони були одноразові. Втім, тепер пуанти дуже міцні. А це завдяки тому, що американці почали виготовляти їх з бавовни, резини, гіпсу або пластику. Угу. Сейчас в каких туфлях более прочные, в которых мы танцуем, и они служат, ну, дольше. Интересно. На ней, я думаю, не тканевые на самом-то деле. Тканью, конечно, не обшиты, а внутри... Обшиты тканью. Гипс? Были раньше с гипсу, сейчас делают из пластика. Из-за этого их можно стирать, мочить, и они не теряют форму. И держит ее пластиковые туфли сейчас намного прочнее и лучше. Угу. На каком фото изображен рух под названием Total Freeze? Держи. Сейчас. О, это интересно. Смотри. Да. Еще раз внимательно. На каком фото изображен рух под названием Total Freeze? Я думаю, какой-то вот этот. Так, это Б. На самом деле, Г, посмотри. Ага. Стоит внизу. Я бы точно такое не знала. Это да, это наша особенность, есть название. Я бы не знала и не сделала бы. Следующий вопрос. Вага балерины не повинна превышивать 60 кг, 50, 40 и 45. Тонкости уже пошли. Так, 45. 40, 50, 60. Угу. Ну, примерно, я думаю, от 45-50. Ну, да, какой же? В этом. Наверное, меньше, чем меньше, тем лучше. Ну, вот, это, конечно, ну, до 50. До 50? До 50 можно, ну да, балерины-то бывают разного роста. Угу. Бывает и 1,80 м, и уже сейчас мода пошла на высоких балерин. И, конечно, ну, до 50 кг это вот... Угу. Вес позволительный. Я думала еще меньше, на самом деле. Думала, ну, я-то вообще... меньше, я 42 килограмма.
у меня рост 1,60 м. Я все-таки угадал. Балерина і бібой – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. У якому місті розпочалась історія брейкдансу? Ріо-де-Жанейро, Берлін, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Лос-Анджелес. На самом деле в Нью-Йорке. Нью-Йорк. Точно, да. Бруклін, Бруклін. Да. Поговоримо про балетні рухи. Фуєте – це поворот на одній нозі на 360 градусів. Скільки таких обертів виконує балерина під час сольної партії? 10, 27, 32, 15. Я візьму середнє щось. 15. 15? 32. 32 все-таки? Тобто максимально 32? Це вважається трюк у балерини і техніка. Иногда не все ее могут делать, но вот 32. Я думаю, 32 – это прям много. Ну, иногда в зале я могу докрутить до 50. Да? Да. Все, понял. Переходим к следующему вопросу. С чего варто розпочати освоєння брейкінгу? С фізичних вправ. Друге – з виконання трюків. Третє – з переходу на правильне харчування. І останнє – з медитації. Перше. Да, все правильно. Фізичні управління. Ну, упражнения, да, да. Чтобы делать трюки, нужно начать с физических упражнений. С самого начала, да, когда приходят, вот самые там маленькие, 4-5 лет, вот, и по-хорошему нужно сначала дать хорошую физуху, ему, а потом уже переходить к кручению на голове, там, прыжкам и все остальное. Правильно, молодец. Так, чим закінчується балет «Лебедине озеро»? Учора був балет «Лебедине озеро», чим же він закінчився? Казковим перетворенням лебедя в принцесу, сваркою принца та принцеси, весіллям та смертю лебедя. Непонимання в глазах. Так, трагічний кінець, правильно? Є такий. Такий вопрос. Стиль, в якому танцюристи імітують переривчасті рухи роботів, має назву. Кінгтат, анімейшн, слоумо, вейвінг. Перше. Второе. Анимейшн. Анимейшн? Да. Как роботы? Я вообще, я думал, нет, другое название. Так, найди изображение хитону. Я думаю, вряд ли это вообще какое-то движение. Это, наверное, какая-то одежда. Да. Хитон. Как сложно. Вот эти ваши мелочи? Нет. Нет? Ну, окей, следующий. Коли суперник стукає по підлозі, що це означає? От куди йде батл, один на один. Перше, в тебе слабкий вихід. Другий, в твоєму виході повторюються рухи. Третє, в твоєму танці є падіння. Четверте, коли ти танцюєш тільки топ-рок або футворк. Я думаю, перше, слабкий вихід. Точно, да? Все. На самом деле, это когда у тебя крэш, падіння. Да? Ты падаешь, да, и начинает стучать по полу. Вот, так ты показываешь, что ты вообще заметил это. И судьи тоже сразу такие, что он стукает, он упал, наверное, да. Ну, так обозначают, вот. Ну що ж, за результатами гри 4-3 перемогу здобуває Аліна. Та чи вдасться їй виграти приз? К моєму вопросу. Последний, главный. Що крутіше? Топ-рок, футворк, павер-мув або разом? Разом. Да, на самом деле. Это просто разные виды, например, там верхний стиль, нижний стиль. Есть отдельно футвор, когда просто перебираешь ногами. Но на самом деле очень стильно и круто смотрится, когда ты умеешь совмещать все вместе, все движения и сложные, и простые. Круто, поздравляю. Да, на самом деле. Держи подарочек. Спасибо это тебе. Большое. Аліна також вирішила подарувати Стасу приз, втім спочатку перевірити, наскільки ж він розуміється на балеті. Перерахуйте 5 відомих балетів. Серйозно? Щелкунчик. Так. Лебедь. Лебедіне озеро. Лебедіне озеро. Ромео і Джульєта. Так. Правильно. Третій. Що ще є? Ну, найізвісні, на якісь. Так в голову сразу не приходит. Балетов на самом деле большое множество. Три это точно, которые написал Чайковский.
Угу. Это «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Львиное озеро». Точно. Я тоже хочу подарить подарок. Спасибо большое за игру, было интересно, я узнала много нового. Я также много деталей узнала. Що ж учасники підготували один для одного? Час відкривати подарунки. Ух ти! В чем заключается подарок? Так как мы деятели творческие, нам обычно не хватает мотивации, не хватает вдохновения. Это да. Вот, и поэтому я бы хотел, чтобы ты каждый день, например, открывала по одной, вот, и чтобы тебя это мотивировало как-то или спасибо, улыбало, чтобы ты классно. Была более позитивная и вдохновленная на новые. Думаю, до отпуска хватит. Это ты? Да. Да? Да. Класс. А где это? Расскажи. Это фотография, ну, тоже один из моих любимых спектаклей «Жизель», но «Жизель» обычно танцует в белом, потому что она призрак. Mm-hmm. А здесь есть «Красная Жизель», тоже современный спектакль. Это мое тоже, ну, какое-то вдохновение. Будет меня тоже вдохновлять на новые идеи. Я подпишу тебе. Спасибо большое, было приятно познакомиться. Я приглашаю теперь тебя на классический какой-нибудь балет в наш театр. В театр оперы балета. Да, в театр оперы балета. Посмотреть. Класс. У нас много интересных спектаклей. Приглашаю тебя также на свои тренировки, либо просто прийти в студию, посмотреть, как провожу тренировки. Может, чему-то научу тебя новым фишкам. Да, спасибо. Обязательно. Я буду рад. Спасибо тебе большое.